рады, все ребята, все молодцы, то есть это организовалось все моментом. То есть пинбол все любят, это адреналин, это ажиотаж, это отличное средство для сплочения команды. Первый раз участвую в таких соревнованиях и вообще первый раз играю в пинбол. Поэтому для меня это что-то новенькое. Охота поучаствовать, узнать, что это такое, почувствовать на себе, узнать, что да как. Я никогда не играла в пейнтбол, но и интересно просто стало, что это. Ну и проявила инициативу, думаю, поиграю, посмотрю. Местами страшновато, потому что я первый раз играю, поэтому я не знаю даже, чего ожидать, но я попробую. А у меня уже был опыт, мы играли в «Космонавте», было прикольно. Это очень увлекательно. Никакая компьютерная игра не заменяет вот это вот ощущение. Я думаю, будет классно. Будет супер. Чувствую, конечно, эмоции переполняют. Я считаю, что это мероприятие очень удачная идея со стороны организаторов, потому что сам побывал в такой шкуре, попробовал, когда действительно, может быть, кто-нибудь начнет дальше заниматься, кому-то это понравится. Ну и, с другой стороны, адреналин посоревноваться со своими знакомыми, со своими коллегами, можно даже сказать. То есть, я считаю, очень удачная идея. Вторая игра не очень-то удалась. Соперники, можно сказать, сильная команда, постоянно занимаются. Но мы, можно сказать, новички в этой игре. Ну, чуть-чуть недоработано, но в следующих играх исправимся. Больше всего на этом мероприятии мне понравилась команда ТТК за свой непобедимый дух, за желание к победе и не боязнь своего оппонента. Было клево посмотреть на все команды, потому что большинство участников из них я знаю. Было интересно понаблюдать за ними в движении, в действии, кто как хитрит, кто как бегает. Ну, здорово, и когда выигрывают те люди, которых ты знаешь очень давно, очень приятно, и кричишь, орешь вместе с ними, пытаешься подсказывать. Это мероприятие прям захватывает дух, когда стоишь со стороны и наблюдаешь. Это такой адреналин, я даже не представляю, какие у игроков эмоции, когда они на поле, когда они сражаются. Я думаю, что это классно.
значит, первая грамота будет выдана телекомпании «Сфере». Дальше награждение «Второе счастье». И также ТТК, друзья мои. Мы и так время от времени играем в питбол, то есть собираемся толпой, играем, тренируемся, узнали о соревнованиях, там, конечно, не было, собственно, долгих размышлений идти или не идти, просто решили пойти поиграть, померить свои силы на фоне незнакомых нам соперников. И мы, собственно, и шли сюда вот за победой, знали, что всех выиграем, так оно и получилось.